Оперативное заседание в Доме Республики было посвящено подготовке к летней оздоровительной кампании и работе по обращениям граждан. В Центр управления регионом постоянно поступают жалобы жителей Мордовии. Людей не удовлетворяет состояние дорог, вывоз мусора, благоустройство. На эти проблемы население чаще всего обращает внимание. Одно из обращений касалось состояния набережной около стадиона «Мордовия-Арена». Хотели бы сегодня обратить внимание на состояние набережной реки Инзар возле стадиона «Мордовия-Арена». Вот там такие красивые, в кавычках, снимки мы получили. К сожалению, данная территория, начиная там уже с 2018 года, она не передана администрации города Саранск. Территория набережной сейчас находится на балансе управления капитального строительства Мордовии. Содержанием объектов эта организация заниматься не может, поэтому с течением времени набережная все больше разрушается. При этом город до сих пор не принял эту территорию на свой баланс по причине неустраненных строительных недостатков. Давайте вместе подумаем, как мы будем с этой ситуацией разбираться, но город, ее надо обслуживать, понимаете? А ГУСУ с этим не занимается. Поэтому приведите все в соответствие, давайте думать по ней, раз такой разрыв получился в отношениях. Контракт, по которому производственно-строительное объединение «Казань» производило берегоукрепление и благоустройство устроившегося тогда стадиона «Мордовия-Арена», стоил больше 413,5 миллионов рублей. За такие деньги подрядчик дал гарантии. В течение 7 лет с объектом ничего не случится. Однако прошло около половины гарантийного срока и появились проблемы. Управление капитального строительства обратилось к ПСО «Казань». Там претензии не приняли. Провели строительно-техническую экспертизу. Ее заключение гласило: в части выполнения работ по устройству цементобетонной стяжки, покрытия велодорожки, верхний слой бетонного покрытия велодорожки выполнен без топинга. Устройство водоотводных лотков на участках размещения бетонной велодорожки выполнено с нарушением проектного решения. Производственные явные недостатки. Здесь необходимо также переложить брусчатку, устранить трещины в основании крепления ограждения. По этому поводу уже даже было принято решение суда. Но пока набережная остается по-прежнему в неприглядном состоянии. А от былой красоты остались лишь воспоминания. Евгений Волков, Евгений Фролкин. Наши новости.